Сегодня продолжим говорить про инфраструктуру. То есть какие-то сервисы, инструменты, которые могут позволить вам расширить функциональность вашего проекта или сделать его более производительным или более стабильным, более приятным для взаимодействия с ним для пользователя. Две темы. Это реал-тайм сообщения и полнотекстовый поиск. Итак, реал-тайм сообщения и полнотекстовый поиск. Тему реал-таймовых сообщений я уже в одной из предыдущих лекций затрагивал. Это когда мы касались AJAX-запросов, и речь шла о том, что с помощью AJAX мы можем делать без перезагрузки страницы какие-то изменения в данных на этой странице. И приводил как пример какие-нибудь чаты в социальных сетях. Ну, если вы знаете, в том же ВКонтакте, в Фейсбуке, вы можете общаться прямо на странице без какого-то отдельного приложения. У вас сообщения приходят сразу же. И как, по-вашему, это вообще реализуется? Ну вот с тем багажом знаний, который у нас остался после этого курса, мы знаем, что есть такие AJAX-запросы. И как с помощью этих AJAX-запросов организовать чатик на странице? Вариант с полингом, да, безусловно, первым приходит в голову. То есть мы как можно чаще, насколько нам это позволяет производительность нашего сервера или какие-то другие наши показатели, как можно чаще спрашиваем сервер, не появилось ли чего нового. Используя там ID последнего сообщения или время последнего сообщения, получаем все сообщения, начиная с этого. Подход, ну, работающий, просто реализуемый. Какие у него могут быть недостатки? Большое количество лишних запросов, которые никаких данных сервера в принципе не получат. Это раз. Что с точки зрения пользователя? Нам приходится выбирать, либо мы создаем еще больше нагрузки и пользователь получает свое сообщение быстрее, либо мы создаем меньше нагрузки, но интерактивность совсем теряется. Причем в некоторых случаях нет ничего страшного в том, чтобы реализовывать что-то через полинг. Ну, можно делать большой интервал, например, там 40 секунд, и обновлять счетчик приглашений куда-нибудь в той же социальной сети. Ну, то есть это редко появляющаяся вещь. Если вы на 40 секунд позже ее заметите, ничего страшного. А вот сообщение в чате нужно обновлять быстрее. Поэтому полинг нам здесь не подходит. Когда людям, разрабатывающим веб-сайты, некоторое время назад, я, кстати, сейчас не могу даже сказать, какой это был точно год, но неважно, понадобилось более производительно выполнять и более эффективно выполнять подобные реалтаймовые вещи, они придумали long polling. Что он из себя представляет? Это запрос такой же, AJAX-запрос на сервер, но он открывается и висит постоянное соединение до сервера, а сервер отвечает, что не весь ответ еще получен, хотя по факту он ничего не передает. Когда у сервера появляются, наконец, какие-то данные, например, сообщение то же самое пришло, он это сообщение отправляет в ответ, и на этом реквест заканчивается. Безусловно, это более эффективно, чем полинг, потому что не нужно постоянно спрашивать и отвечать, но в то же время у нас постоянно висят соединения до сервера. Какие у этого есть недостатки? Ну, в принципе, если у нас очень большое количество юзеров, там могут соединения кончиться у нас со временем, например. Но какие у этого есть плюсы? У вот второй схемы, которая обозначена как long poll. Еще раз, мы отправляем запрос на сервер, и сервер нам ничего не отвечает, пока не появятся там какие-нибудь данные. Ну, нагрузка снижается, да, учитывая, что поддерживать соединение не так сложно, как постоянно на него отвечать. И более важное, пользователь получает сообщение сразу же, как только оно появляется у сервера. То есть здесь уже такой почти реал-тайм случается. А как в этой схеме, ну, тут на самом деле даже видно, как в этой схеме организуется дальнейшее взаимодействие? То есть за счет чего постоянная доставка обеспечивается? Сразу открываешь новое соединение, да. Это логично. Причем эта схема, она своего рода костыль в HTTP. Ну,
давайте говорить, называть вещи своими именами, потому что HTTP вообще подразумевает запрос-ответ. Никаких постоянно висящих соединений. То есть постоянно висящее соединение с точки зрения HTTP — это просто что-то тормозит. Вот в данном случае, когда вы пытаетесь сделать через лонгполинг общение с сервером, ваш сервер эмулирует торможение. Он все время говорит, что у меня еще что-то есть, но сейчас, погоди, я вот сейчас сделаю. Вообще, ну, все как-то свыклись с этой ситуацией, но по факту это действительно обход семантики работы протокола HTTP. То же самое с AJAX Push с помощью стриминга. Тот же самый подход. Мы устанавливаем соединение до сервера, и он нам говорит, что вот не все данные получены. Но вместо того, чтобы отдавать данные и закрывать соединение, он отдает и снова говорит, все еще не все данные ты получил. Таким образом, соединение висит вообще постоянно, и через него приходят события с сервера. Какие вообще есть недостатки у всех этих способов общения с сервером в реальном времени? Они однонаправлены. То есть, чтобы передать какую-то информацию на сервер или что-то новое запросить и так далее, вам нужно открывать новое соединение. Вот здесь у нас данные идут только в эту сторону, тоже данные идут только в эту сторону, пока мы не откроем новый реквест. И здесь приходит нам на помощь четвертый пункт перечисленных технологий — это веб-сокеты. Это сравнительно свежая технология из всех перечисленных здесь. Не так давно она начала, ну, как не так давно, года буквально 3-4 назад, наверное, она начала поддерживаться всеми браузерами. Ну, всеми нормальными браузерами, мы не берем в расчет там всякие E7-8 и прочее старье. Всеми современными браузерами она поддерживается. И уже так года 2-3 точно поддерживается. Что она подразумевает? Ну, даже, как видно из названия, это такой специальный протокол, опять же, отчасти костыльный, но хотя бы более чистое решение, чем предыдущие, обеспечивающий двустороннее соединение клиента и сервера по HTTP. Такое расширение своего рода. И с веб-сокетом уже можно работать по большому счету как с обычными сокетами. То есть соединение открывается, можете с клиента туда что-то записать, сервер прочитает, может сервер туда что-то записать и клиент прочитает. Они еще пока не так сильно распространились, потому что интернет, к сожалению, очень инертная вещь. То есть даже те, кто их использует, вынуждены использовать их с так называемыми полифилами. Что такое полифил? Это специальная JS-обертка над какой-нибудь технологией, которая в зависимости от браузера реализует то или иное поведение. Например, если мы знаем, что Internet Explorer там какой-нибудь 8 не поддерживает веб-сокеты, то эта JS-обертка выполняет взаимодействие с сервером через лонгполинг. В то же время, если у нас браузер поддерживает веб-сокеты, то библиотека это понимает и открывает уже соединение с помощью веб-сокетов. К сожалению, в веб-разработке, особенно во фронт-энд веб-разработке, где у нас все время нужно иметь дело с большим зоопарком браузеров, полифилы — это довольно распространенный подход, и они используются постоянно и для всего. Без них не было бы возможности на самом деле внедрять какие-нибудь новые технологии. Из недавнего в HTML5 есть такой элемент — модальное окно. То есть вы можете вызвать модальное окно из HTML5. При этом, естественно, поскольку он появился там не так давно, это модальное окно поддерживается, опять же, не всеми. Но если вы хотите на каком-то своем сайте, который открыт на большое количество людей, использовать такой элемент, вам нужен полифил, который в случае с современными браузерами будет использовать нативное модальное окно, в случае с несовременными будут рисовать что-нибудь с помощью JavaScript и CSS и так далее. Вот как это происходит. Что нам требуется на сервере для реал-тайм сообщений? Ну, во-первых, даже несмотря сейчас на код, какие у нас есть проблемы с реал-таймом и сообщениями, если мы их захотим сделать, например, в той же Django? Какое свойство, ну вообще, свойство архитектуры Django помешает нам это сделать? Я уже подсказываю, что помешает. Django блокирующее.
То есть, когда у нас один воркер обрабатывает запрос, пока он его полностью не обработает, не отдаст ответ, он не может заниматься другим запросом. Что из этого следует? Если мы откроем большое количество реалтаймовых соединений, то как только у нас соединений станет больше, чем воркеров, у нас воркеры перестанут вообще на что-либо отвечать. Естественно, такого мы позволить себе не можем. Поэтому, если нам требуется на сайте сделать какой-то реалтайм, что-то пользователю передавать в реальном времени, нам для этого потребуется отдельно стоящий какой-то сервис. Это как раз к теме из прошлой лекции про микросервисы, когда у нас отдельные компоненты вашего приложения реализуют различные функции. Здесь на слайде приведен пример того, как можно сделать публикацию и слушание, собственно, commit или long polling просто на Nginx. Кто попробует предположить, как это работает? Ну, мы знаем, что Nginx у нас асинхронный, то есть у него нет никаких проблем с тем, чтобы держать большое количество соединений. Но как использовать это свойство Nginx и при этом посылать в него сообщения из нашего Django-приложения? Да, ну не всегда конфиги Nginx легко читаются, конечно, но попробуйте, вот даже несмотря на этот конфиг, просто предположить, что бы нам надо было сделать. Вот есть у нас такой Nginx, который умеет к себе подключить много пользователей и держать у себя их коннекты. Соответственно, как в него потом еще что-то отправлять? С помощью него отправлять всем пользователям сообщения. Нет предположений, да? Ладно. Все, идея-то, в принципе, проста. Мы можем внутри Nginx завести так называемый канал. Вот здесь переменная ID канала. Это встроенные механизмы. И когда кто-то приходит к нам на URL listen, то пользователь подписывается на канал и висит с постоянным соединением, то есть слушает этот канал. Когда нам кто-то присылает данные на URL publish, то эти данные отправляются всем пользователям, которые висят на URL listen. Еще раз, потому что Nginx у нас асинхронный, ему вообще никакой проблемы не составляет подобные вещи делать. И, в принципе, самые простейшие реал-тайм вещи вот можно делать таким образом, даже не заводя какого-то отдельного приложения и так далее. К сожалению, в реальной жизни, тут есть еще пример клиента, как правило, в том приложении, которое занимается обработкой и поддержанием пользовательских соединений, нужна еще все-таки хоть какая-то логика. Ну, базовая авторизация, там, права доступа людей к каналам и прочего. Если мы будем пытаться сделать это все на Nginx, это, безусловно, возможно. Nginx вообще можно скриптовать с помощью Lua. Но это будет трудно поддерживаемо и так далее. Поэтому, если мы хотим все же полноценный реал-тайм, то нам понадобится свое какое-то отдельное приложение. Здесь мы видим commit-клиент, но поскольку в JavaScript все такое событийно-ориентированное, особенно в jQuery, то здесь все относительно легко делается. То есть у нас есть функция, которая получает сообщение, и затем что-то с этим сообщением делает. Это как раз тот самый long polling, что мы здесь видим. Она делает get на тот самый URL listen, который мы определили в конфиге Nginx на предыдущем слайде. И в случае ответа она выполняет снова подключение и также выполняет какие-то действия, которые там заданы. Как мы видим, в данном случае действие — это просто залогировать в консоль данные. Эта схема понятна? Напоминаю, кстати, что если вам захочется в своих проектах что-то сделать на фронтенде с JavaScript, то берете jQuery, там, в принципе, опять же, детальная документация, можете у меня что-то поспрашивать на этот счет.
Никаких дополнительных баллов за сложный JavaScript, кроме Ajax, не предусмотрено, но это может быть интересно и полезно. Кто вообще Ajax какой-нибудь делал в своих проектах из присутствующих? Ага. Ну вот. Остальным советую хотя бы просто попробовать. В этом вообще нет ничего сложного. Там, вставить один JavaScript на страницу и написать вот подобную конструкцию. Ну и JavaScript по синтаксису на самом деле неплохо так напоминает и Python, и другие знакомые вам языки, скобочками там какими-нибудь. И третья составляющая всей этой нашей архитектуры с пересылкой сообщений — это код, который непосредственно отправляет сообщение в Nginx. Тут все тоже тривиально. У нас есть URL-lib — это питоновская библиотека, которая обеспечивает работу с HTTP. То есть вам нужно теперь не обрабатывать HTTP-запрос, а сгенерировать HTTP-запрос прямо в Nginx. Что она здесь и делает? То есть указывается URL, указываются данные, и затем выполняется URL open и принятся response. Кстати, вспоминая тему предыдущего занятия, что нам стоит сделать вот с этим куском кода? Я старался в прошлый раз сильно заострять внимание на том, что любое внешнее взаимодействие, даже если это внешнее взаимодействие с вашим же сервисом, всегда нужно выносить фоновые задачи. То есть, если вы выполняете вот такое внешнее соединение, то это нужно сделать каким-нибудь таском Celery, например. Тогда даже в случае, если у вас этот сервис перестанет отвечать, у вас ваши воркеры, которые подразумевается, что этот код находится в воркере, они продолжат успешно работать. Итак, так что же до демонов тех самых, которые поддерживают двусторонние взаимодействия? Ну, во-первых, если уж самим что-то реализовывать, то надо на самой современной технологии, то есть делать на веб-сокетах и, если что, поставить polyfill.js на более старые технологии. Еще раз, веб-сокеты нам позволяют двусторонние соединения, то есть слать из клиента, из сервера в обе стороны через одно соединение. Постоянные соединения без вот этих постоянных реконнектов и соответственных накладных расходов на SSL, на шифрование и прочее. И, ну, собственно, это и все их преимущества. Их вполне достаточно для того, чтобы их использовать. Но мы же программисты, мы понимаем, что скорее всего, подобную вещь уже кто-нибудь реализовал за нас, и нам не нужно писать прям целиком демона заново, и нужно просто кого-нибудь готового использовать. Здесь я позволю себе немного попиарить своего коллегу, у которого есть вот такой вот проект. Centrifuge называется. Реализован он был сначала на Питоне с помощью Торнадо, как раз поддерживает веб-сокеты, клиентская часть на Sock.js и позволяет вам из вашего проекта с веб-сокетами работать по той же самой схеме. То есть вы берете этот сервер Centrifuge, ставите где-то рядом со своим, ну, запускаете его где-то рядом со своим проектом и затем пользователей проксируете из Nginx в Centrifuge. И если вам нужно что-нибудь написать в Centrifuge, тоже шлете в нее HTTP-запрос. По той же схеме, что с Nginx, но только внутри нее есть авторизация, внутри нее есть разные каналы, управление этими каналами через админку. В общем, некоторая логика, которой может не хватать, если делать подобное только на Nginx. Более того, недавно он выпустил новую версию на Go. Не то чтобы у этой были какие-то проблемы с производительностью, но было человеку интересно, собственно, свой проект, почему бы и нет. Вот новая версия на Go еще более производительна, она там пересылает на хороших серверах там, сотни тысяч сообщений в минуту, в секунду там, по-моему, было 10 или 15 тысяч, что ли, даже. Если считать умножить их на количество пользователей. В общем, очень производительная штука, очень удобно ей пользоваться. Если вдруг захотите у себя сделать какой-нибудь реал-тайм, воспользуйтесь, ускорите себе его реализацию. В прошлом моем выпуске, если можно назвать это выпуском, в общем,
При прошлом прогоне курса один из ваших коллег, собственно, заиспользовал у себя, у него были чатики в проекте. Вполне себе работали. Ну, простенькие, конечно, без наворотов, просто отправляется одно сообщение, другой пользователь может сам это сообщение отправить. К сожалению, другой студент еще хотел сделать что-то типа там танчиков в браузере на WebGL. Танчик он нарисовал, WebGL заиспользовал, а вот до сетевых соединений через вот эти вещи он уже не дошел. Но проект был интересный. Вторая часть, вторая тема, которую сегодня хотелось бы рассмотреть. Это полнотекстовый поиск. Казалось бы, зачем нам еще какой-то отдельный поиск, когда у нас уже в MySQL мы можем взять, написать что-то в духе iContains для строки или просто contains и получить все текстовые данные, которые содержат нашу искомую строку. Ну, в принципе, что есть полнотекстовый поиск, да? Это содержимое под строки в строке, ну, на самом базовом уровне. Так получается, ну, самое первое, что вас должно насторожить. Может быть, кто-то из вас уже в своих проектах попробовал искать под строку там в сотне или двух сотнях тысячах записей. Кто-нибудь пробовал? Ну, потому что вы, наверное, себе еще поиски, фильтрации и прочее не делали. Вот, если вы попробовали, вы бы заметили, что но у вас что-то ничего не работает и очень медленно. Потому что индексы в MySQL, как я уже на одной из лекций собственно, про MySQL говорил, они устроены как бинарные деревья. То есть для строк эффективным будет только поиск start-with или по полному совпадению. Если мы хотим искать просто вхождение строки в любом месте, то нам индекс ничем не поможет, и MySQL придется делать full scan всей таблицы, то есть перебирать все записи и проверять, нет ли там, не содержится ли там эта строка. А в случае с большим количеством записей это крайне неэффективная операция. В принципе, в MySQL есть, ну и в других SUBD, конечно же, тоже, есть полнотекстовые индексы. То есть они позволяют вам построить такой специальный индекс, который будет учитывать все возможные комбинации вхождений под строки в строку. То есть там он строит суффиксы, префиксы и так далее. Который в конечном итоге будет тем же самым деревом, но специальным образом разбирать текст. Этого может на некоторое время вам хватить, и для некоторых задач будет, в принципе, достаточно. Но если вы хотите обеспечить действительно эффективный поиск по своему сайту, ну, если вспоминать те варианты проектов, которые у нас есть, если вы хотите искать по текстам постов в блоге, но при этом вы хотите искать не только тексты постов, но там и сами блоги, например, по их описанию, или еще авторов по их биографии, чтобы это прям было в одной поисковой строке, то здесь MySQL вам уже не очень поможет. Кстати, вот как бы вы подошли к подобной задаче, вот, имея ваш текущий багаж знаний? Допустим, вам нужно сделать поисковую строку на сайте, в которую вы вводите некоторое слово, и вам выдаются сразу и авторы, и посты, и блоги, и там, может быть, таски, если у вас таск-трекер, или что там еще было у кого, страны, города там какие-то были. Как бы вы подошли к этой задаче? Ну, все перебирать, в смысле делать запрос в каждую таблицу. Ну, да, это логичный подход, почему, в принципе, и нет. И если у вас сущности, которые вам нужны, там, одна-две, в принципе, он даже сработает. Отображать постепенно нужно вообще всегда и все. Мы никогда не отображаем сразу все найденные объекты, потому что мы никогда не знаем, сколько объектов мы найдем. Может быть, мы найдем их 10 тысяч. Это к вопросу о пагинации, я на этом всегда заостряю внимание. Всегда везде добавляйте пагинацию. В API-ях добавляйте пагинацию. При отображении списков объектов всегда все пагинируйте и ограничивайте. Потому что рано или поздно у вас где-нибудь появится очень длинный список этих объектов, он будет неограничен, он вам подвесит все остальное. Так вот, что же из себя представляет правильный полнотекстовый поиск? Ну, как правильный, хороший полнотекстовый поиск. Он, конечно же, должен работать быстро и искать сразу по всему, чтобы вам не приходилось при добавлении там
новой какой-нибудь сущности в вашем проекте, как-то хитро добавлять его в поиск, и чтобы его производительность при этом деградировала. Вы хотите, чтобы это был один индекс. Опять же, вы можете это сделать в MySQL, то есть при создании какого-то объекта вы добавляете запись об этом объекте в какую-то отдельную таблицу. На этой таблице есть полнотекстовый индекс, и поэтому поиск по этой таблице считается эффективно. В таком случае у вас при вводе слова в ваше поисковое поле будет осуществляться поиск только по одной единственной таблице. Опять же, это в некоторых случаях будет вполне достаточно. Но при этом поиск будет довольно, давайте прямо скажем, он будет туповато работать. То есть, если вы будете искать какое-нибудь короткое слово, короткую строку, то он найдет вам очень большое количество записей, которые будут просто нерелевантны. Особенно если вы будете искать там какие-нибудь «я», «он», «т». Вы знаете, то, что часто в текстах встречается. И вам нужно будет это как-то сортировать и ранжировать. И вот тут у вас уже начнутся проблемы. Потому что как вообще понять, какой из этих результатов лучше подходит к запросу? Это на самом деле одна из основных проблем поиска в целом вообще по текстам. И, наконец, если вы написали что-нибудь в духе, ну, искали вы какое-то существительное, искали телефон, но в то же время, или вы искали телефоны в множественном числе, желательно, чтобы у вас нашлись и тексты, в которые входит телефону, телефоном, ну, в общем, все его возможные падежи и преобразования. Это как раз морфология. Очень желательно иметь в своем полнотекстовом поиске хотя бы самую базовую морфологию, чтобы, ну, она сильно повышает релевантность ответов. Итак, что же нам может помочь это все реализовать? И для этого мы будем делать снова некое отдельное стоящее приложение. Да, как я на прошлой лекции уже говорил, как раз в конце, микросервисы, они рулят в том плане, что есть у вас какой-то одна часть проекта, которая делает свою узкую задачу, делает она это хорошо, стоит отдельно и отвечает по некоторому API. Вот это все продолжение этой идеологии. Какие есть популярные движки, программные продукты для полнотекстового поиска? Вот первые две строки — это, пожалуй, два основных таких лидера, два самых крупных проекта в этой области. Остальные тоже имеют право на жизнь вполне, но если вы будете искать, например, full text search for там, Django, for my language и так далее, вы найдете либо Sphinx, либо Elasticsearch. Это open-source, бесплатные продукты, вы можете их себе на сервер ставить, они внутри себя держат свой специальный индекс, у них есть большое количество расширений и различных настроек для той же самой морфологии, для ранжирования. И главное, они позволяют вам гораздо более детально настраивать свой индекс. А это очень важно для того, чтобы предоставлять по нему какие-то релевантные результаты. Мы у себя в проекте, в интранете, собственно, используем Elasticsearch через специальную такую обертку Django Haystack, или просто Haystack она называется еще, которая позволяет модели легко складывать в этот индекс без написания какого-то дополнительного кода, указывая лишь, какие поля мы хотим там видеть в этом индексе. В чем особенность таких сложных, заточенных под это продуктов? Например, ну, во-первых, естественно, поскольку это популярные продукты, у вас уже есть обертки для популярных фреймворков, у вас есть обертки, которые позволяют вам настроить экспорт из своей реляционной базы в полнотекстовый индекс. Вы можете эти индексы обновлять как большими кусками новых данных, так и в реальном времени. Причем для полнотекстовых индексов это действительно проблема. То есть технологическая
сложные некоторые алгоритмы за этим всем стоят. У них есть гибкий язык поисковых запросов, то есть вы можете не просто говорить «хочу найти все результаты по вот такой строке». Вы можете говорить какие-то дополнительные фильтры, добавить дату, отфильтровать их по релевантности. Причем там внутри есть некоторая довольно умная функция релевантности, которая считает, сколько раз слово встретилось в этом конкретном документе, в каких формах этого слова оно там встретилось, какое отношение встречания этого слова к количеству слов в документе в целом и так далее. Можете задавать важность разную для разных полей. То есть понятно, что гораздо более актуален тот документ, у которого искомое слово в заголовке, чем тот документ, у которого искомое слово в тексте. Ну, такая понятная жизненная позиция. Итак. Ну и, конечно же, они масштабируются. Если вы вдруг захотите в этот полнотекстовый индекс положить много-много-много всего, они, благодаря тому, как они там внутри устроены, очень хорошо кластеризуются и масштабируются на большое количество серверов. Не думаю, что вам очень, может быть, скоро понадобится эта их функция, но, по крайней мере, знать об этом стоит. Что еще стоит заметить? Полнотекстовые индексы, вроде Elasticsearch и Sphinx, они позволяют строить индексы как по частям слов, так и по целым словам. То есть у них есть несколько типов индексов. Для чего это нужно? Если у вас очень много текстов, вы не можете позволить себе разбивать все слова на все их возможные составляющие части. То есть это будет очень большой индекс, там будет очень много документов по очень большому количеству маленьких кусочков слов. Поэтому мы, например, у себя применяем следующий паттерн. Есть у нас посты, у них есть заголовок и текст. Заголовок мы разбиваем на те самые слоги на части, то есть на так называемые n-граммы, и, ну, это встроенная функция Elasticsearch, и поиск по заголовкам работает прямо в саджестах, то есть по мере того, как вы набираете, у вас возникают те документы, которые соответствуют этому запросу по заголовку. Если же у вас не нашло, ну, естественно, пользователи находятся, какие-нибудь отделы, подразделения, проекты и прочие вещи, которые там может человек искать. Если же у него в саджестах не нашлось, то дальше идет уже поиск по индексу по словам. То есть там, где берется большой документ, тело поста, разбивается пословно, ко всем словам применяется морфологическая обработка, то есть они приводятся к некой их нормальной форме, к именительному падежу, единственному числу и так далее. Для этого, опять же, используется модуль в Elasticsearch. После чего складывается в индекс, где ключом является слово и значениями документ. Вы можете, документы, их там может быть много. То есть, когда вы в этот индекс обращаетесь с запросом, запрос тоже приводится к нормальной форме, то есть к именительным падежам, к именительному падежу, единственному числу, и ищется уже в индексе. Так приблизительно это работает. Если первоначально разобраться с тем, как конфигурируется этот самый полнотекстовый индекс, его один раз установить, потом добавлять что-то в поиск и эффективно по нему искать становится очень просто. Опять же, если у вас возникнет задача что-то в вашем проекте подобным образом искать, очень рекомендую сразу озаботиться настройкой полнотекстовых индексов, и потом вы проблем знать не будете. Они прям сильно повышают удобство пользования поиском. Ошибки в словах — это уже сложнее, потому что здесь вам нужны некие словарные базы. Потому что морфология работает по некому набору правил. Вы можете это формализовать, как преобразовать слово в там, его начальную форму. А вот если вы хотите корректировать ошибки, вам нужна словарная база. И мы, например, себя такого не делаем. Хотя, безусловно, было бы неплохо. Есть, насколько я знаю, модули подобные для Elasticsearch, но там не так все просто уже настраивается. Со всеми полнотекстовыми поисками, как это происходит? У вас запрос подвергается тем же преобразованиям, что у вас подвергаются документы при попадании в индекс. То есть у вас запрос тоже разбивается на слова, на отдельные. И, соответственно, по каждому слову ищутся документы. Причем
Если в какой-то документ входят все слова, то он получает большую релевантность. И так далее. Это все, что я хотел, в принципе, сегодня рассказать. Две этих темы.